Да, нас верили, многие верили в Афганистане. Я думаю, их предали. Откровенно и тупо. Не мы, а правительство наше. Мы политическая ошибка, а предали всех. Я летел в самолете с афганцами на вывод войск. И когда мы выпили там под это академию медицинской, ленинградской, я сказал, ну, ребят, ну ладно, давайте, расскажите, как, да. И много знал людей, которые считали, что мы их предали, говорят, мы умрем, вы уйдете, нас убьют. Вот. А это песня о женщине. Вот. Я ее и написал, рентгена была, сейчас рентгена нет, я нормально спою. И Московское радио ушло туда, в Афганистан. Не со мной история. Вот написал, но это рассказ другим человеком. Мне, не знаю, выдумал он, не выдумал. Махтуба, это имя женское. С верстаковской поправкой. Какая мне поправка? А, да, из хада, да. Но тогда объяснять не надо, он тоже говорил. Не надо, не ну надо, кто знает, что хад? Вы знаете, что такое хад, девушка? Да, КГБ, служба, СГИ, служба государственной информации, ХАТ КГБ по-русски. Ну, это все профессионалы. Я думаю, мы все из одной конторы, как вы понимаете. Только по-прежнему 21 век продолжаем прятаться друг от друга. Звали женщину тут Махтуба. Да не женщина, просто девчонка, как тростинка, тонка и слаба. Ты тащила меня по воронкам, а потом, разорвав паранжу, бинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу на колонном пути Бадахшан. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Помню родичей, стайку твоих, к небу тянущих тонкие руки. Ты шепнула одно «Шурави!» И они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат? А он не скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из хада принесла поутру КПП. Пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой. Затянулись военные раны, только как-то связалась с судьбой та девчонка из Афганистана. Я не помню почти ее глаз, что запомнишь в бредовом тумане. Может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет Махтуба и куда-то зовет Махтуба. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Я пошел в ту атаку опять, вот только время не движется вспять.